А у жителей Грозного сегодня был шанс повстречаться со звездой грозных боевиков 90-х. В Чечню приехал Жан-Клод Ван Дам. Месяц назад он уже был в Грозном на дне города, совпавшим, как мы помним, с днем рождения Рамзана Кадырова. Но, по словам актера, он настолько впечатлился своей первой поездкой, что решил получше узнать о традициях и обычаях чеченского народа. Культурную программу составлял лично глава республики. Кадыров пригласил героя фильмов «Кровавый спорт» и «Двойной удар» познакомиться с лучшими бойцами президентской службы безопасности, а после посмотреть на выпуск воспитанников кадетского училища. И скрипачка Ванесса Мэй. Похоже, организаторы выбирали по принципу мужчины-мачо и экзотические красавицы. Я только что со съемок, где мне пришлось много кричать, поэтому и голос хриплый. Наверное, придется вместо речей показать несколько ударов. Ходят слухи об баснословных гонорарах. Якобы Ванессе Мэй пообещали за выступление $500,000.